и за выживание. Это побережье Флориды. Эти странные следы на дне моря показывают необычную тактику одного животного. Это офалины, бутылконосые дельфины, умнейшие животные на Земле. Их добыча — это стремительная, неуловимая рыба. Однако дельфины нашли поразительный способ охоты. Ударяя хвостом по дну, дельфин поднимает тучи ила. И плывя по кругу, он создает кольцо быстро поднимающейся грязи вокруг косяка. В сужающемся кольце рыба словно в сетях. Испуганная рыба начинает выпрыгивать и попадает прямо в пасть ждущим дельфинам. Раз за разом вожак чертит круги, а рядом моментально выстраиваются остальные дельфины. Только этот вид дельфинов научился так охотиться, что дает им преимущество. Это преимущество может означать жизнь или смерть при естественном отборе.